43-45. Пусть думают, что мы спортсмены. 1, 2, 3, 4. Раз. Молодец. 2. Чем больше стадим, тем лучше. Археологи! Белые снежинки кружатся с утра. Давайте, ребята, похлопаем. Джентльмены удачи. Сегодня в 16:50 на канале «Россия». Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. «Голубой огонек». Сегодня в полночь только на канале «Россия». Вы кто такие? Бродячие музыканты. У нас нет яркого лидера. Легендарный музыкальный квартет и неотразимый трубадур. Это моя группа. Вы одной фанаты. Здрасте. Где же ты был раньше? Почему я тебя никогда не видела? Я полюбил принцессу, но король мешает нашей любви. Без обман тут не обойтись. Я за тобой. Им дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Она пропала! Вызывайте сыщика! Принял. Схватите их! Сказка, которую ждали. Осел. Я? Собака, кошка, петушок. Они назвали себя бременские музыканты. Я вообще-то тоже пою. Бременские музыканты. Я так кайфую от любви. Лови-лови, я так кайфую от тебя. Мой. За этот год мы стали одной большой семьей, поэтому я предлагаю проводить 2023 год вместе и встретить 2024. Отправочка, рассадочка, каталась я не с тем. Супруга Юры Шатунова Светлана, его сын Денис и дочка Эстелла. Песни от всей души. Новогоднее шоу Андрея Малахова. Сегодня с 20:30 и до обращения президента только на канале «Россия». Это мамыга? Это бабушка одного нехорошего мальчика? Я не понимаю. Сюрприз! Я сказал стоп! Откуда подвижность? Почему мы идем? Одесский пароход. 1 января в 12:35.